Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Алина, и я помогаю тем, кто учит русский язык как иностранный, заговорить на нем более уверенно и естественно. Как вам, наверное, бывает сложно определить правильное окончание существительного в русском языке? Это ж надо подобрать соответствующий род, число, падежное окончание. Уф! Но я к вам с хорошей новостью. В русском языке есть существительные, которые никак не склоняются, ни по каким признакам. Так что при их использовании вам не придется ломать голову и думать, какое же окончание подобрать. Сегодня я приготовила для вас список таких слов. Разумеется, я назову не все несклоняемые слова, которые есть в русском языке, потому что их немало. Но посмотрим на признаки, которые характеризуют эту группу слов, а также на самые распространенные существительные, которые мы частенько слышим и используем. Если вам нужны субтитры, активируйте их внизу, а мы начинаем. Итак, несклоняемые существительные. Это существительные, которые при склонении во всех падежах имеют одинаковую форму. Есть кое-какие правила, по которым в большинстве своем можно определить несклоняемые слова. Я их проговорю. Но мой совет – просто запомните их. Не все сразу, постепенно, но со временем, если вы будете обращать на них внимание, они и так отложатся у вас в голове. В общем-то, как и все остальное. И мне помнится, что когда мы в школе проходили тему несклоняемых существительных, потому что носители тоже не всегда знают, что слово никак не нужно склонять, нам тоже советовали их просто запоминать. Итак, к этому виду слов относятся нарицательные любого рода, которые оканчиваются на О, У, Е, Ю, И, Э. Например, манго, авокадо, кино, какао, радио, табло, интервью, пианино, кафе, меню. Затем это могут быть некоторые географические названия. Токио, Хельсинки, Тбилиси, Миссисипи, Баку, Дели, Капри. Также это могут быть некоторые аббревиатуры. СМИ, ГАИ, США, ОАЭ. Еще иногда не склоняются фамилии и заимствованные слова женского рода, оканчивающиеся на согласный. Мадам, мисс, миссис и так далее. Это основные правила, но лучше запоминать не их, а слова, которые являются несклоняемыми. Приведу еще несколько примеров, чтобы расширить этот список. И вы можете обратить внимание, что почти все несклоняемые существительные – это заимствования в русском языке. Многие из них вы наверняка знаете и, возможно, используете и в вашем родном языке. Кофе. От арабского понятия не имею, как это читается. Пальто – разновидность верхней одежды для прохладной погоды. Шимпанзе – животное, название которого пришло из африканских языков. Метро – сокращение от метрополитен, которое пришло из французского языка. Такси – транспорт, который перевозит пассажиров с оплатой проезда. Фламинго – латинское заимствование, обозначает птицу. Кенгуру – тоже животное. Шоу – заимствование из английского, которое обозначает развлекательное представление. Жюри – снова с французского. Тату – заимствование, по мнению ряда ученых, из полинезийских языков. Обозначает искусство нанесения рисунков на кожу. Причем полное его название – татуировка – относится к склоняемым существительным. А вот тату – нет. Цунами – из японского языка и означает опасное природное явление – крупные волны. Салями – итальянский колбасный продукт и происхождение слова соответствующее. Киви – название фрукта, которое происходит от названия птички киви, которая обитает в Новой Зеландии. А также резюме, интервью, барбекю и много-много других. Напишите в комментариях, какие несклоняемые слова вы знаете из тех, которые я не привела в пример.
и вообще знали ли об этой группе слов. Если вы их изначально будете запоминать как несклоняемые, то в случае, когда вам понадобится их употребить, вы будете делать так, потому что вам не надо будет думать, какое им подобрать окончание. Ставьте лайк, если вам понравилось это видео, и подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. А я вас благодарю за просмотр и увидимся в следующем видео. Пока-пока! Don't leave me high and dry.